Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на медовом БХ. Мой лучший герой, я решил записать именно его, потому что единственный герой, на котором прям кайфует игры. Но от Куба в последнее время еще кайфовать начинаю. Но Куба у меня была прям только что. Медузу можно было бы попробовать, но медуза в этот пик вообще бы не влезла. Пик для Bounty Hunter тоже так себе. Если у противника есть герой с диспелом, то Bounty Hunter играется очень плохо. У противника Победон, 5 секунд КД. На сильное развеивание. И Беста частично закрывает, и меня закрывает. Ну и благо хотя бы мид против Эмбера. Вообще фрилайн. Он стоит, терпит. Также знаю, где его вижен. В начале игры сходил. У меня 6 ёбаных игр подряд вчера. Противники пришли и сломали мой вард. Вражеские сапки просто промчались. И сегодня 4 игры подряд. Уже вообще ничего не хочется. Так что сейчас сам сбегал. Но спида у меня очень много, поэтому воткнул вижен на его горку с кайфом. Ферика у него нет, так что особо сильно его не боюсь. Так, за нижней руной он при этом побежал, обратите внимание. Мне нужно будет тоже за руной сходить, но для этого нужно, чтобы этот рейнджевик сдох. Иначе мои крипы по тавру бегут. Плохо очень это закончится. Но все равно рейндж не захотел идти, посмотрите на него. Еще против Эмбера иногда без батла играю. Уже вполне себе это выглядит. Но сегодня я забыл, что я против Эмбера без батла играю. Но в целом все идет. С батла перекинился. Нормально. Так обычно вторую танку. Вторую пачку танка подвожу. И нормально. Пока он под тавром стоит, сбегаю сюда спокойно. И продолжу линию в свою сторону утаскивать. Ботл он себе не насобирал, потому что я крипам его вообще не подпускал. Вот только сейчас подлетает к нему ботл. Но сами чувствуете, насколько этот тайминг плохой. Насколько долго к нему, ему в кусте пришлось простоять. Я намереваюсь убрать новогоднюю елку, а еще рассказать тебе, как получить на халяву аж 4 арканы. Начну со второго, но для этого тебе нужно досмотреть до конца. Между делом зацени новые трежерки, например, с мистером Пропером. Я вот выбил Soul Shredder за 2000, заплатив полтинник. Экономия в 40 раз. Кроме этого, на сайте проходит новый весенний ивент. Тут 50 квестов, за выполнение которых ты получаешь разные вкусные бонусы. Ну и вернемся к теме с арканом. Аркану ты получаешь каждые 15 уровней. Я, например, выбил Рубика. А если ты справишься с 50-м квестом, то получишь гарантированный ДК-хук на рудке. А чтобы упростить тебе получение ДК-хука, я оставлю в комментариях промокод на 15% бонус. Там же будет лежать ссылка и бесплатный рундук. Щиток можно снять ему. Опа. А как-то щит не снялся. С двух стрюкенов. Во-первых, это щит на двойку. Во-вторых, он какой-то нереально западный, судя по всему. Потому что в моем восприятии двумя сюрикенами я обязан был снять. Позволяю крипам бить тавр. Тавр убить крипов. Чтоб левел 5 тут насобирать срочно и экстренно. И погнали звонить его от крипов. На полрожи ему приехался с кайфом. И побежали. Руны забирать. С одной стороны, дал ему сейчас много покачаться. С другой стороны, сами видите,
Он по новой разбитый. Или не, сейчас убежит в мою сторону пожизненно. Хочу под бафом тавра стоять. За бунтосом побежал. Опять же пропускает кучу крипов целиком. Даже за дна экспу не получает. Крипа даже не добил. С кайфом. Не закажу себе фласку. Дополнение к фейзам. Ей нужен новый обсервер. У него левел 4. Я сейчас 6 буду получать. Значит, неприятненько. В моменте стало. Домой пошел? Домой пошел. Я буду активную руну смотреть, в свою очередь. И давайте крышу стики. Можно будет даже тавр немножко продавить. Одну плюху дал, блядь. Это я фейзы нажимал, если кому-то интересно. Мисс? А чем я мог миссануть? Ну ладно, мое тоже. Вообще не понял. Я ударил Тэчиса, а Тэчис не получил урона. Второй он не нажимал. Наверное. Может нажимал, может в глаза подалбливаюсь. Ладно, погнали за антимагом побегаю. Вот смотрите, БФ собрался делать без вангуарда. Ты против бестмастера играешь, слышь? Голубя. Как же меня продают откровенно. Ну там, в принципе, бестмастер с замахшенными топорами. Я должен был сразу это посмотреть и не идти сюда. Даже не пытаться. С бестмастером с топорами каши не сварить обычно. Активную руну выпускаю за эту попытку. Он вижен поставил, да? Это же не прокликал, пока на топ бегал. Эмбер с активной руной на топ может идти осторожно. Нет, пока что Эмбера на топе. А вот и Эмбер. Левел 5. Глиф нажимаю. Танчу тавр, чтобы он 6 не получил. Мало ли сколько у него там до 6. Хорошо. На самом деле есть мысль сыграть с Орчидом. Наверное, сыгоним его все равно стартану. Левел 9 против левела 5. Это при том, что он умер всего лишь дважды. Очень долго он стоял на 0 хп. Терпел.
Я мог еще лучше сыграть, если бы я не брал ботл. Брал бы больше расходников, рашил фейзи, если бы я не бегал на топ. К бисмастеру с макшными топорами. У него причем вообще нет причин эти топоры максить. Будем прощаться. И тут тоже увидимся, пацаны. С инвизом не спешу. Инвиз не дает урона. Кому как. По мне это очень важно. Я на мизерах захожу урон наносить обычно. Контрспел в КД у него. Кабанчиком здесь встречай. Плохо. Как бы антимаг меня не взорвал. Ладно, домой побегу. Через баунти попробую это сделать. Баунти нет. Но так не хочется на базу уходить, когда 500 голды, да? Чуть позже скину, окей. Считаем активные руны. В этот момент хочется быть фоловым под активную руну. А реально, что мне в этом лесу делать? Ну, убей я Эмбер Спирита. Был бы сейчас агонимом. Или не бегаю я на ебаный топ. Мне не надоест говорить о том, что я зря бежал на топ. Плюс для бисмастера фри-игра, но реально фри-игра. Он что-то бац и такой, а замакшу-ка я топоры. И сыграю я без стиков на линии антимаг огр. Не стал прокликивать, был уверен, что там есть и стики, и макшный второй. Ну, впрочем, неважно. Да хуя ноя. Тут вижен. Видели, как антимаг сразу от меня зеру дал. У МРТ тайминги неплохие, кстати. Только что на МРТ сыграл с молнией МИГ-16. А прямо перед этим с молнией МИГ-17. Так, это просто центра. Хорошо. Так, антимейдж. На Игнайт кнопочка предельно мразотная. Как не вовремя иллюзии сработали. У Эмбера закончился ульт. На Эмбере успеть. О, хорошо. Одни на Эмбере на агре. На Эмбере свежий. У него маны нет? Маны нет. Вишены нет. Сука, есть теперь мана. Не спешу с ультом, потому что если он сразу диспелит, то потом ждать 100 тысяч лет.
Скилл не оставили, к сожалению. Еще вещедоктор блочит. Надо было чуть подождать, курьера мог бы утащить в теории. Ладно, погнали до конца за антимагом. Так, и, наверное, давай сразу БКБшку. Заебёшь, крыса! Понравилось? Все, иди отсюда. Мне на аккаунте скрытый пул врубился. Даже на Bounty Hunter, как видите. Получается далеко не все. Хотя бы Хамой самый стабильный герой. Ой-ой-ой-ой-ой! Еще и антимагу килл, как же это было плохо. Доктор прогнал Эмбера. Хотя Эмбер еще хочет быковать. Поставься. Переножить третий нужно. И сколько ты можешь терпеть? В миде стоит. Плохо. Щиток сраный. Ну ладно, справились. Мидбестмастер с Эйкисом. Existence. Как Existence переводится. Existence существовать. Да хуёво вашему миду. Отрицать никто не будет, думаю. Но от того, что ты его лишний раз пофлеймишь, играть он лучше не станет. Малезик-то должен будет сдохнуть. Ну хорошо. Халявнейший трек. Запада нам бегать не буду. Там две кнопки с диспелом. Это огромная проблема. Но все-таки сейчас, когда мы браки сломали так рано. У меня ноль вопросов на тему того, что... Не все получается. Теперь все получается. Кирасу возьму. Ты же без кирасы играешь, ты с барабанами, нет с кирасой. Ничего себе. Да возьму дизоль. Что-то мне скликнул как-то. Че, блин, будешь свою гадость делать? Не, Бэдэн что-то типа тильта поймал. Опа. You even trying?
Так, и хорошо. Талант на сайленс. Хотя тут уже без разницы, да? Тут уже совершенно без разницы. Давайте тетель забираю. И погнали трон доламывать. Очень хочу Skyrim стримануть. Я об этом рассказывал недавно. Я вот эту музыку играю. Не знаю, почему музыка из Рассвет Нации у меня так или иначе ассоциируется с Skyrim'ом. А причем с Рассветом Нации у меня ассоциируется игра на Некрофсе всегда, когда я на Некрофсе за Резидент играю. Думаю про Рассвет Наций. И еще про парочку человек. Ну, впрочем, не суть. Всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и мир вам.